Значит, что нужно понимать про поддержку близких? Почему психотерапевтам нельзя родственников лечить? Да, потому что у родственников все время какие-то есть дополнительные там струны, всякие разные натянутые. И вот задача ваша, если вы хотите человека поддержать, это близкого, это демонстрировать ему безусловное принятие. Вот не ты у меня хорошая доченька, но уродилась в папашу. Вот такого не надо говорить. Вот, значит, безусловное принятие. Значит, вот в моменте, это же вам не надо для этого принимать все навсегда там, и так далее, любое поведение и прочее. Но в моменте вот дайте полноту присутствия своего, эмоциональной близости, тепла, без «но». Понимаете? А у нас вот это все время «да, все, да, но, вот это «но» надо убрать. Вот как уберете, будете давать такие залпы, так сказать, тепла, тепловые пушки, бах, вот. Человек оттает чуть-чуть, понимаете, и можно дальше жить. Снова видите, что он там, вы там пушку достали, тепловую, бах, и он такой весь опять оттаял, все. Может, он вам что-нибудь, какую-нибудь тоже обзаведет с пушкой хорошей, а может, нет.